Совсем немного времени осталось до начала матча на стадионе Этихад, что в Манчестере. Футболисты. Смотрим состав Манчестер Сити. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Дает играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Совсем немного времени осталось до начала матча на стадионе Этихад, что в Манчестере. Футболисты. Смотрим состав Манчестер Сити. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Дает играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Совсем немного времени осталось до начала матча на стадионе Этихад, что в Манчестере. Футболисты. Смотрим состав Манчестер Сити. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Дает играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Совсем немного времени осталось до начала матча на стадионе Этихад, что в Манчестере. Футболисты. Смотрим состав Манчестер Сити. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Дает играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Совсем немного времени осталось до начала матча на стадионе Этихад, что в Манчестере. Футболисты. Смотрим состав Манчестер Сити. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Дает играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Совсем немного времени осталось до начала матча на стадионе Этихад, что в Манчестере. Футболисты. Смотрим состав Манчестер Сити. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Дает играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Пытаются и опросами общественного мнения. В 2005 году City of Manchester стал вторым в рейтинге лучших аренд Соединенного Королевства, уступив лишь Олд Траффорд. А в 2007 его признали вторым по качеству обзора, открывающегося с трибун. Лучше оказались места только на стадионе Эмирейтс. Илкай Гюндоган. Есть шанс выйти вперед! Опасно!